Всем привет, и у нас очередная распаковочка. Такой пакетик доехал достаточно быстро, я вам скажу. Давайте посмотрим. И здесь у нас респираторы KN95. В количестве 10 штук должно быть. Давайте почитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В принципе, у меня уже на канале было видео, где я показывал вот эти вот респираторы, но они точно такие же, один в один. Только эти я покупал поштучно, а это сразу лотом по 10 штук. Респираторы хорошие, удобные, их достаточно, ну, удобно носить. Несмотря на то, что правительство у нас отменяет все запретительные вот эти меры, вирус-то он никуда не делся, и каждые сутки в России регистрируется 9-10 тысяч человек. В России 500 000 заболевших коронавирусом. Российской статистикой по коронавирусу тем временем заинтересовался ВОЗ. Там заявили, что разница между заболевшими и умершими выглядит необычно, и посоветовали пересмотреть способы диагностики и учета смертности. По числу заболевших Россия на 3-м месте, по числу умерших на 13-м. Мы вот знаем человека, который вообще без легкого уже остался, и погибших много, и то спрашивает, а вы знаете? Да, мы знаем таких людей. Это все на очень серьезно, намного серьезнее, чем многие из вас думают. Так что, как-то так. Кремль вернется с удаленки после праздников. С 15-го Крым возобновляет туристические бронирования для местных, а с 1 июля для всех. В России плюс 8987 заболевших за сутки, в мире плюс 134 тысячи. Ссылочки на эти маски будут в описании. Ну и в принципе недорого, можно покупать. Я не помню, почему я их покупал. Ну, нормальная цена, не очень высокая. Тем более, что маски многоразовые. Как их дезинфицировать, я показывал. То есть мы это делаем в специальном ультрафиолетовом облучателе. Кстати, кто досмотрел до конца, у меня появился канал в Яндекс.Эфире. Ссылочка на мой Яндекс.Эфир будет в описании под этим видео. Там, в принципе, видео публикуется и из Ютуба, с этого канала, но также есть видео и другие, которые на этом канале не публикуются. Так что, если вы следите еще и за Яндекс.Эфиром, выходите, подписывайтесь на мой канал в Яндекс.Эфире. На этом все. Всем пока. До новых встреч. Увидимся.